Событием в культурной жизни стал первый республиканский конкурс «Коркыт-Кобыз». В конкурсе приняли участие 16 исполнителей под сопровождением Кобыза и Кылкобыза из Астаны, Алматы, Актубе, Тараза, Караганды, Костанай, Уральска, Шымкента и Кызылорды. По условиям конкурса кобызисты исполняли кюю Коркыта, а кылкобызисты – отрывки из древних эпосов Хикметы, Хожа Ахмета Ясауи. Жюри высоко оценило уровень участников конкурса. По итогам конкурса гран-при завоевала Шолпан Шарапатова из Астаны. Очень сложный инструмент кылкобыз. Это очень хорошо знают те, кто играет на этом инструменте. Конкурс среди исполнителей под сопровождение кобыза и кылкобыза – хорошее начинание. Желаю, чтобы он обрел международный статус. Среди участников конкурса нас приятно удивили подающие большие надежды кызылординские кобызисты. Область открывает в каждом районе школы кобыза. Это даст импульс возрождению и развитию древнего искусства.